Молебен в Самарском Свято-Воскресенском мужском монастыре. На скамейках прихожан люди, которых в церкви увидишь нечасто. Ветераны Великой Отечественной войны по большей части считают себя атеистами. Но о Боге, признаются, вспоминали. На войне, когда было очень страшно. Рядом с ветеранами – школьники. Мы пригласили сюда учащихся кадетской школы, для того, чтобы ощущалась преемственность поколений. Мы не можем забыть то, что было, а чтобы об этом помнить, нужно об этом постоянно напоминать. Впервые встречи ветеранов и школьников проходят в монастыре. После службы участники встречи пообщались за общим столом. Молодежи нужно, потому что со временем ветеранов не будет. И кто им будет рассказывать о том, что и как происходило? Для гостей монастыря церковный хор исполнил песни военных лет. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.